А какие партии вы знаете? Не знаю. Вы же секса не хочете, мужики? Иди в баню. Нет, не знаю. Вот честно. Вы хотели пойти голосовать? А я только с лагеря недавно. Да подожди. Голосовала. Голосовала. Некоторым говорят, что без нуля надо давать право голосовать, поскольку они не разбираются в политике. Это правда или неправда? Кто-то так говорит, сам ни в чем не разбирается. Это так, короткий ответ. Покажите мне его, я с ним побеседую. Русский, украинский, английский, фарси, который персидский. Могу сыграть на трубе. Учился в консерватории. На скрипке тоже. Вот. Полиглот. Трое детей. Один из них преподает в худакадемии. Так что немножко разбираюсь в людях и так далее. В прошлом директор предприятия, ныне инвалид второй уровень. Вот и все.